Другого пути нет. Экология. Я про экологию, это еще не только у вас, чтобы вы понимали. Везде на его ТЭЦах это та же проблема. И это вот опять вопрос сверхприбыли. В Виннице, его Ладыжинская ТЭЦ, 75% всех выхлопов в Винницкой области. Это большая область. Только в одном месте 75% раковых заболеваний несколько раз больше в Ладыжине, чем в целом по стране. И закрывают единственную больницу там. У вас то же самое, так? И это только потому, что не могут поставить современные фильтры, которые очень легко доступны, но будут современные фильтры, а на что содержать этих парламентариев дармоедов? На что очередную яхту покупать? Мы говорим, у них и так много денег. Да у них психология другая. Сегодня у него там, у него миллиарды, а он хочет у своего конкурента, он посмотрит яхту там за 500 миллионов, а у него за 100. У конкурента самолет за 200 миллионов, а у него там за 80. У того там, у жены там бриллиантов всего до... У этого всего до 50 миллионов, у того за 100. Ему хочется больше, чем у конкурента. Плевать, он хотел на вас, пока мы им не напомним, что мы есть. Они так, они и меня не замечают, и вас не замечают, пока мы не соединим наши силы. Слава Богу, что сегодня пришли телекамеры. И мы будем работать вместе. Вот.